Приветище, это Hi-Fi Rush, и мы продолжаем. Пойдем посмотрим, переодеться мы можем, в зеркало поглядеться. Прически поменять. О, даже коту можно что-то сделать. Футболки. Например, так. Мы можем тут сейчас одеть так, как захотим своего чувачка. Но ошибка по одежде-то у нас ничего и нету. Понятно. Все, что мы сделали, это просто переодели потную футболку. Ну ладно, хотя бы так. У меня крутой прикид, но я хочу еще круче. Получили достижение. Давай-ка подойдем к нашей новенькой подружке, которая чуть нас не пристрелила в прошлой серии, и разузнаем, чё кого. Я не очень разбираюсь в технике Вандалы, но если достанешь шестеренки, смогу сделать тебя сильнее. Сильнее? Это в каком смысле? Считай, что у меня магазин. Здесь ты можешь освоить новые атаки, надо просто их купить. А здесь ты можешь освоить новые особые атаки. Любая особая атака расходует реверберацию. Прежде чем покупать что-то в этом разделе, убедись, что у тебя ее хватает. К слову, особые атаки придется выбирать. Все сразу использовать не получится. Нажми Alt. Квинтаккорд. Лады. То есть выбирай умение, и можно в бой. А вот тут можешь купить предметы для улучшений. А это что? Да так, есть у меня одна идея, но еще надо кое-что доработать. Как ты делаешь такие штуки из шестеренок? Я еще и не такое могу. Не стоит меня недооценивать. Ладно, дай гляну, что там у тебя. Ух ты, елки-палки, сколько тут всяких комбинаций, вариаций. Глухое эхо. Довольно простенькое. Луч гармонии за 10 тысяч шестеренок. Реально похож на луч. Мощный дроп. Как это выглядит? За 16 шестеренок. Ну, такой себе луч, самый эпичный. На самом-то деле, я, пожалуй, его и куплю. Главное, чтобы эхо, она говорила, мне хватило. Но я думаю, что мне хватит. Все. Я это прикупил. И остальные денежки, например, на датчик жизни. Он увеличит максимальный запас здоровья чая. Ну, вот. Давай два купим. А, все. А, нифига себе, он до этого стоил 5, я его купил, он теперь стоит 10. Все, окей, окей, окей. Тогда выходим отсюда. И по большому счету мы все здесь посмотрели, можно отправляться в компанию. Let's go! Следующий этап — мысли чая поиграть с восьмеркой. Можно и так? Давай поиграем с восьмеркой. Я вообще-то не кошетник, но ты классная. Она, блин, роботизирована, это даже не настоящий кот. Это мы так поиграем. Кошак ко мне подбежал и полизал меня, и все. Идем в следующий этап. Ладно, я готов, если что, мята. Так какой у тебя план? Славно. В общем, слушай. Краткая сводка. Как и сказала, Спектра — это сверхсекретная программа, о которой знает только руководство компании. А чего переживать-то? Там может быть что угодно. Скажем так, у меня есть свои источники инфы. А, ну ладно. Короче, мы снова поднимемся в центр производства. Объединим мой ум и твою силу и проникнем в кабинет директора. А директор там — Рек. Если повезет, она как раз будет наводить порядок в отделе тестирования. Мы скопируем с ее компа файлы по проекту Спектра и свалим. Да. Я чутко отвлекся, но вроде все просто. Чудно. Пока будешь там, я полазаю в твоей системе через восьмерку. Может, еще что-то найду. Ты что, со мной не пойдешь? Я что, совсем ку-ку лезть туда? Этим займешься ты. А, стоп. А я, получается... Мальчик для битья. Приманка. Я приманка, ёлки-палки. Ну, погнали. Ты с кем говоришь? А? Иди уже в кабинет Раки. Он там наверху. Высоковато. Придется идти через главное здание. Но там я помогу. Главное, не пались. Погнали, восьмерка. Зажжем. Люки прыгают под ритм. Я тоже могу прыгать под ритм. О, шестерня. Кстати, если встать на люк, вот-вот-вот, и прыгнуть в моменте, не подкидывает меня. Круто, когда все под ритм. Я прям головой сейчас качаю. Драйфую, дрейфую. В ритм попадаю. Кайфую. Не зря сюда залез. И записочку нашел. Что там у нас?
Неотправленная жалоба. Черновик неотправленного письма. Автор какой-то робот. Адресовано отделу кадров. Не хочу вас понапрасну беспокоить, но я возглавляю команду уборщиков в главном саду в центре производства. И у меня есть несколько вопросов касательно предназначения этого самого сада. В рекламных буклетах сказано, что сад — это место встречи для сотрудников и разных отделов. Но ведь сотрудникам вход туда закрыт. Мы регулярно ухаживаем за садом, но там никто не бывает, что весьма странно. Все-таки мы с командой уборщиков прилагаем немало усилий, чтобы сделать это место чистым и красивым. Также мне хотелось бы уточнить, для чего там расположили крупнейший в мире зеленый лабиринт. Опа. Неужели нас будет ждать лабиринт? Сейчас выясним. Ребята, здорово, опять спорите. А как мне туда? Спасибо, что дверку открыли. Это так любезно с вашей стороны. Эй! Попали. Подбит. Статуи двух мужиков, точнее, статуи мужика и женщины. Эй, это же Гейл. А с ним это... как ее? Директорша. Бывший директор Вандалей. Роксана Вандалей? Чай, ты издеваешься? Она же эту компанию и основала. Прояви уважение. Спокуха, чего орать-то? Такие вещи нужно знать. Ну подумаешь, я с деревни, не в курсе был. Я вообще рок-музыкант, не по счет эта тема. Роботизировано всякое. Пройдемся внутрь, в глубинку этого завода. Открывайте. Я чувствую себя здесь директором. Мне все двери открывают, так приятно. Даже карточки никакие не нужны. Тыщ. Опс. Ой-ой. Допрыгался. Ой. Ничего себе ты. Выкусил моего комбо. Уходим. Не успели. Тихо. Начали. Комбо готово. Квинтокор! Ух ты, выбежали парочку новеньких. С пушками. Мимо. Уходим. Взорвался. Разбомбили его. Слоумо упал. Я же просила не высовываться. Да ну, так ведь прикольней. Главное, чтобы Река не за... Внимание! На связи Река. Этот эффект шныряет по моему комплексу. Надеюсь, охрана его проворонит. И я сама лично разорву пацана вот этими вот руками. О, звучит жутко. Ты же сказала, что ее здесь не будет. А ты сказал, что так прикольней. Мне показалось, что Река сказала не дефект, а пипек. Бегать по моей территории. О, здорово. Передо мной ставят невыполнимые задачи. Ящики такие большие, а мои манипуляторы такие маленькие. Ну а что я могу поделать? Такая у тебя работа и судьба. Не надо было собираться в робота-помощника, таскальщика и как-то... как тебя называть-то правильно? Носильщика? Куда это мы залезли вообще? В шахту какую-то? О! Попало! Ого! О-о-о. Нифига себе! Что здесь происходит? Огромные роботы собирают маленьких роботов. Из этого разряда. Я тут правильно иду? Я что-то засмотрел, у меня глаза разбежались в разные стороны. Тут так все интересно, механизмы. Куда ни посмотри, все любопытно. Не сюда вроде. Кнопочку можно нажать. Автоматическая запись системы слежения. Речь робота номер такой-то записана автоматически и преобразована в текст. Запись отправлена в отдел кадров согласно корпоративному распоряжению. Испуганным голосом. Кажется, здесь я с автоматизацией закончил. Ну вот интересно, когда мы робота целиком автоматизируем производство, что у нас будет? С работой. Может, нас уволят, потому что другие устройства будут автоматизировать процессы еще эффективнее.
Ну разве можно автоматизировать автоматизацию? Меня что, теперь разберут на металлолом? Далее на протяжении 20 минут слышны всхлипывания робота. Короче, у робота депрессия. Он очень разочаровался тем, что автоматизировал то, что будет автоматизировать еще автоматизирование того, что он создал. Слишком загнул, мне кажется. Прыгаем! Пух! Бах! Тарарах! Чай, без обид, но тебе здесь не перепрыгнуть. И что делать? Восьмерка передает мне данные о твоей руке. Она ведь магнитная. Попробуй притянуться вон к той штуке. Ого. Жми. Хо-хо-хо! Просто отвал башки. Это еще за скорпионские штучки. Я умею выпускать еще и веревки такие длиннющие. Хваталки, веревки-хваталки. Крюкошка, да, это по-другому называется. Восьмерка, у меня есть твоя конкурентка. Рука-крюкошка. Хотя, если это рука, то почему крюкошка? Рукохват! О! Нифига себе, выдал. Батареечки поднабрали. Сейчас кому-нибудь комбо выдадим. Рок-музыкальное. Я бегу, 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 бегу. И что-то как-то долго бегу, даже ни с кем не дерусь. Внимание, мы разыскиваем постороннего, который дерется под музыку. Наверное, тут опечатка. Это про меня, что ли? Дефект, который дерется под музыку, но, наверное, это я. Это мне даже как-то льстит, что ли. Класс. О, а я про вас только вспоминал. Чай, используй магнит, чтобы подтянуться к врагу. Давай попробуем. А ну иди сюда. Уходим. Класс! Отхватил, конечно, я ядреных щей. Да, блин, не успеваю я увернуться. Я под ритм попадаю и... О-о-о, мой пуканик. Начали! Гитарный. Лови! Хорош! Ой, хорош! Отхавал моих струнных. Надо лучик попробовать. Лучик. Я забыл его комбинацию. А ну, брысь! Он мой! Да тут о, никого ты нет! Здоровый. Кому ты брысь-то говорил? Список комбо. Как, я там новую комбо открыл. Луч. Во, луч гармонии, значит, X. Y в воздухе. Ладно, я сейчас попробую. Мимо. X. Уходим. Черт, мощный. На, комбо! О, тащил знатно ему. Чай, может, поищешь запасной путь? Не вопрос. Да. Я его, походу, уже нашел. Лезем в дырку, которая на потолке. Вон туда. Но прежде чем куда-то торопиться, нужно собрать комикс. Доступная новая атака. Теперь в магазине можно купить атаку за мес на гитаре. Ха! Так, значит, получается, что мы бьем... Ой, нам вот сюда. Атака, луч гармонии надо делать в прыжке, в воздухе. Я хочу это попробовать. У меня как раз скалодос, дружбан появился. Может, на нем затестить этот луч гармонии? У меня со здоровьем прямо не густо, я тебе хочу сказать. Опа, от меня тут что-то спрятали. Шестеренок сколько, а? Здесь тоже. А туда. Ой, туда можно. Опаньки, граффити. Ого! Ничего так. В убежище смотрелось бы круто. Непонятно, что это такое, но выглядит реально круто. Туда допрыгнул, как думаешь? Нет, не допрыгнул. Слишком я низко. Хотя, если отсюда прыгать, то в принципе реально. Мне кажется. О, вот и допрыгнули. Все собрали? Нет. Сейчас я у воротом попробую. Вот так-то. Здорово. О, приветствую. Я ощущаю между нами некую особую связь. Ладно. Так что на этот раз? Ваш магнит
позволяет быстро переместиться в нужное место. А еще с ним можно притягиваться к охранным роботам Вандалей. Используйте магнит, чтобы приблизиться к врагу. Так я это же уже попробовал. А если сможете подбросить врага в воздух, то магнит и вас притянет вверх. Классная фишка. Подумать только, до чего дошел прогресс. Вообще-то эта рука предназначена для сбора мусора. А по-моему, это нечто большее. Ничего себе, да? Это рука робота-сборщика мусора. А я ее вон как им интерпретировал. По-своему. Дайте мне проход. Ух, понеслась. Нормаленько. Преодолел я высоту. Что у нас? Золотая статуя этого быдлана. Статуя Кейла, что блестит от золота. Разбивай статую Кейла и забирай шестерёнки. Можно комбо на ней пробовать. Что-то комбо не получается на ней. Потому что статую нельзя подбросить. А что, долго статуя там? А, вон у нее здоровье есть. Да блин, не попадаю, не получается комбо сделать. Я ему бошку разворотил, все. Шестеренки! Достижение там какое-то получил, но пропустил, что там написали. О, батарейка. Здорово. Не все, по-моему. А, теперь все собрал. Я бегу, здорово! Брысь отсюда! Батареечки взял с него. Нифига себе, его грох, их можно разбивать. И шестеренку еще получил. Класс. Ну, здоровенький. Здоровенький, здоровенький. Мимо! Долбаные снайперы. Начали! Уход. Сейчас я кого-то в воздух подкину. Да, в воздухе. Как его в воздух подкинуть-то? Блин, не получается. Сейчас я тебе воздух подкину. Во! Луч хотел, луч! Спасибо за отхилку. Сейчас попробуем. Давай, взлетим с тобой. Блин, ну не получилось опять. Эх. Ну ничего, буду тренироваться, и рано поздно выйдет. На радость мне отточить комбо. Хотел, да не успел. Подлететь в воздух. Иди сюда. Да не дает мне комбо завершить, а? Засранец какой. Я упал. Это нехорошо, когда я падаю. Выпустите. Нормально? О, поджаренным пахнет. Давай, иди куда-то. Я забываю про руку мою. Чудо-руку. Нормально ему пришлось. Попотеть. Улетел куда-то далеко. Победи их всех за первый уровень. Slow motion опять. Ну ничего, ничего. Луч гармонии я все равно где-нибудь здесь сделаю. Куда мне теперь бежать? Я воль. Я понял. Вбегаем. Там коробочки, кстати, смотри-ка. Чуть не убежал, не разбив их. Хо! Сколько тут шестеренок, и от сил еще есть. Обалдеть. Чуть. Вот поторопишься, и все, пропустишь всю сладость десертную. Конфетти мне за найденные. Там он что-то, смотри, он прям блестит, капец как. Что это за энергетик? Капсула для эха. То есть у меня можно, если 4 фрагмента их найду, можно увеличить запас эха, ну, энергии, для комбо. Фига себе, это ты как? Я решила, что тебе помощь не помешает, и взломала терминалы. Теперь могу через них присылать тебе улучшения. Класс.
А можно прямо сейчас здесь, да, забабахать себе что-нибудь? Особые атаки. Ну да, слушай. Замес на гитаре. На гитаре летать можно! Блин, в Devil May Cry такая же тема была, только там летать можно было на трупиках. Ну, ты запрыгиваешь на него и катишься, и стреляешь. Ну, кто играл в Devil May Cry, тот поймет. Дай-ка я ее куплю. Переходим в другую вкладку для выбора. Вот, Quincy Chord, замес на гитаре. Я хочу активировать это. Все. Activation. Атаки. Давай еще что-нибудь на вот, чтобы подкинуть врага и в воздухе его поместить немножко. Вот, например, давай вот это вот купим. Не знаю что, не глядя купил. Спасибо. Как хочу, так и играю. Достижение. А что бы и нет. Сейчас проверим. Значит, X, X, потом фигачим. Ну, в целом, вот что-то типа... Пробуем еще раз. Так, слушай, Мята, так. А это твой спектрум? Это вообще что? Спектра! Мой осведомитель прислал код, и по нему ясно, что это ИИ. Он внедрен во все запчасти для проекта Армстронг. Ну и что в этом такого? Мой осведомитель говорит, что в Вандала еще не было таких секретных проектов. Они явно что-то замышляют. То есть... Твой источник анонимный чувак с непроверенной инфой? Я ему верю. Лично я больше доверяю Вандалей, чем тебе. Блин, чай! Хотя, знаешь, пофиг. Я сваливаю после всего этого. Вот это поворот! Обстановочка накаляется. Здорово. Чё болтаете? Тогда я научил Реку всему, что она знает о производстве. Твои истории сплошная ложь. А тебе почем знать? Ты обычный уборщик. Эй, я занят тут! Стойте, можно я на вас комбо отработаю? Разогрев называется. Блин, не получилось. Сейчас еще раз. Эй! Эй! Во! Кажись, получилось. Вот он, разогрев. Вышел. Все. Буду сейчас его тестировать уже в битве. Что это было сейчас? Непонятно. А! Вот эта штука улетела, ускользнула от моего взгляда. Хорош! Когда ускользаешь, делаешь отрыв вот этот вот, то тарелочки типа бьют под ритм. Выглядит прикольно. Прыжки в ритм. Это ритм панели для прыжков. Ну, давай попробуем. Нифига себе. Мне сюда. О, опасно. Может и расплющить. Бой. Я за тестим. Только надо уклоняться от этого большого бугая. Один разлетелся. Мимо. Ручка, помоги. Ху-ху-ху. Жарко. Есть. Получилось. Разогрев. Один вышел. Уходим, уходим, уходим. Начали! Ручку позолочу. А, попался. Так, комбо, комбо. Поехали. У-ху-ху-ху. Нормально. Есть. Спокойно, спокойно, со здоровьем не очень круто. Последний остался бугайчик. Начали! Комбо! Он, по-моему, взорвался и так. Шпарим, как не в себя. Проход. Проход, проход, сюда, не туда. По всей видимости, только туда. На всякий случай напоминаю, что ходить под включенными принцами строго запрещено. Меня раздавило, что ли? Об этом надо напоминать? Сколько тут роботов? Но бить их нельзя. А жалко. Столько шестерни пропадает. Ой, тут тоже прессуются. О, фига себе. Рано я сюда плюхнулся. Уходим, уходим, уходим. Я не хочу быть прессованным. Давай. Попали под бит.
Кто-нибудь еще выйдет против меня? О! Бой! Мечники. Начали! Во! Разрыв вышел. Чётенько. Бежим отсюда. А тут снова пожар. Как же его потушить-то? Может, просто гитарой как-то его? Да, нет, 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 моя попка. Горячо. Я больше с этим огнем не хочу играть, но там явно что-то вот стоит, прям вот тут мне туда надо зайти, но я не понимаю как. Ух-ох! Что это было такое? Офигеть. Быстро, быстро, быстро. Тут можно и без задних ног остаться. Подхилимся. Давай, делай свой джум-джум-джум. Угу. Коробочки. Обязательно. Шестеренки наши, все. Считай, валюта. Здорово, ребят. Сразу видно, что Мимоза ненавидит Корсику. Да, она все отделы поздравила с выходом Армстронг, кроме охраны. Корпоративный плевок в душу. Бывает. Сейчас вот сюда заглянем, что-то тут... сколько здоровья. И батарички прям как надо. Ну что, поперли? Три раза прыгать надо будет. Вроде справился. О, я только этого и ждал. Начали! Сейчас кого-нибудь подкинем. О, отлично. Так. Ну дайте мне луч кому-нибудь сделать. Лучик света. Куда-то убегает. Ты думаешь, я тебя не достану, что ли? Уходим. Все? Это все? Зацените. Гитарка. Преобразил. Погнали! Кто там стреляет? Я хочу кому-нибудь тащить. Батареечки, батареечки, батареечки. Встаем, не лежим. Начали! Замес на гитаре! Готово! Кто-нибудь еще? Хочешь против меня выйти? Меня тут заперли. Мята, твоя помощь была бы кстати. Нам вообще сюда идти? Опа, записочка. Все почитаем. Неисправности на рельсах от какого-то робота. Это Река, во-первых. Че это у нас начали ломаться рельсы? Мне плевать, в чем там дело. Просто почините и все. Никаких отговорок слышать не хочу. Я в жизни преуспела не за счет отговорок, а преуспела, потому что делала свою работу, даже когда от меня требовалось невозможно. Так что вы хоть заржавейте, но чтобы все починили. А еще я считаю, что рельсов у нас маловато. Ищите, где проложим новые. Ой. Меня немножко подбешивает эта бабенка, фитнес-бодибилдерша. Она прям... Ну, она директор. Мне должность такая орать. Подожди, на всех. Чай. Дверь видишь? Возможно, получится обойти охрану. Но путь там сложный. Везде лестницы. Знаешь,
Мне больше нравится вон тот путь. Я почему так и думал, что мы сейчас примагнитимся и полетим. Let's go. Уворачиваться можем? Ну, я думаю, нам это сейчас пригодится. Чай, ты же не знаешь, куда этот рельс ведет. Расслабься, все путем. Блин, а если бы двери не открылись? Вперед посмотри. И что? Это не проблема. Я могу делать вот так вот. Кайфово, я покатался на такой рельсине. Это было опасно. Нам точно направо надо было? А сейчас точно налево надо было? Мне сейчас закружится голова. Нормально, когда уклоняюсь, бит прямо свечусь. А! Почему спейс? Какой спейс? Вы чё? А, тихо! Я на гейпаде играю, ёлки-палки. Признайся, Мята, ты ведь мне завидуешь? Да, не особо. А ещё тебя заметили. Этот робот заметил? Дальше ты не пройдёшь, шпана! Ой, это очень плохо. Лучше сгруппируйся. Чё? Я так и планировал! Ну и где это я? Похоже, ты недалеко от офиса Рэки. Я же говорил, что всё путём. Так... Робот, давай поболтаем. На своем веку я повидал и взлеты, и падения. И я искренне удивлен, что после такого прыжка ты выжил, парень. А ты видел, что у меня в груди? Бедолага. Повредил голову после падения, видать. Я тебе не враг. А может, у тебя шестеренки есть? Нет, в нем нету. Ладно. У меня привычка. Ну, видимо, я действительно повредил голову после падения. У меня привычка всех роботов бить. Есть кто? Или я тут могу чувствовать себя как дома? Ух ты, какая сетка. Это еще что? Электробарьеры? Вот блин! Так и думала, что не зря старалась. Ну что, готов? Готов к чему? Помощь Мяты! Я ее призвать могу? Выстрелами Мята умеет уничтожать или атаковать объекты. Призови Мяту, удерживая РТ и прицелься удары на... Чтобы Мята выстрелила, отпусти РТ. Ок. Пробуем. РТ. Вперед, Мята! Помочь? Стреляй! Воу! А как ты... Обычное временное смещение. Ты не поймешь. Короче, одна из фишек восьмерки. Так ты все это время могла быть со мной рядом? Зачем? Тебе ж никто не нужен, ты все сам. Блин, ну в компании-то все равно веселее бегать тут. Поддержка какая-никакая. Похоже, перепрыгнуть ты не сможешь. Переключатель видишь? Дай угадаю. Да, зови меня, помогу его активировать. Фу, я как будто обучение в игре прохожу. А то есть раньше тебя это не смущало, да, то, что у нас холодильник тренировал? Дундук. Ага. Ну, я все, в принципе, понял, я ничего не прочитал, но... Ну, это давай. Дам тыка. Нет. Да, я все понял, ха-ха. Я все сделал как надо. Че, прыгнуть, наверное? Так, а дальше куда? А куда дальше? Нет. Ну, в целом, я понял, кажется, что делать. Вот сюда надо было просто прыгнуть, и все. Немножечко перенервничал. Ну, бывает. С кем не бывает? Бывает... Кто здесь? Записочка. Встречайте, Стрелка! Еженедельный отчет об успехах в маркетинге. В
Все твердили, что это невозможно, но благодаря команде первоклассных юристов и рекламной кампании от Мимозы это наконец-то свершилось. Рады сообщить, что теперь Wendelay принадлежит эксклюзивные права на владение стрелкой, тем самым символом, который принято указывать направление... Что? Принято указывать направление? Серьезно? Заблудились и увидели стрелку? Запомните сами и расскажите друзьям, что это не просто стрелка, а стрелка от Wendelay. И раз уж мы, компания, в чьих руках находится патент на универсальные символы направления, я хочу, чтобы стрелки были везде. В нашем комплексе не заблудится никто, ведь стрелка укажет верный путь. Вот это бред! Выкупить патент на стрелку. Универсальную стрелку, которая просто указывает путь. И, по всей видимости, никто, кроме Wendelay, как там эта компания называется, не сможет использовать стрелки. За дело! Погнали! Попал. Что-нибудь будет? О, по-по-по-по-по. Далековато, а я что-то как-то рискнул. Стой, может где зацепиться? А, вон платформа выскочила. А стойте, нет, ну почему все против меня? Еще платформу мне дайте, пожалуйста. Оно сюда приедет, нет? Нужно выстрелить. А, вон, выскакивает. Стой! Да что ж я тороплюсь-то так? Бежим, бежим! Нет, я точно тороплюсь. Это надо будет вырезать. Или оставить, не знаю. Пусть на мои лошара микантарские выходки посмотрят. Все получилось, я бегу, я запрыгиваю, ништяк. Батареечки. Теперь, здесь должна пройти платформа. Все, собрались. Скрепили свои мощные булочки и... стрелять надо. Твой выход, ты звал? А куда ты? Мне надо стрельнуть. Вон туда стрельнешь. Есть. Так. Ага. Теперь сюда. Теперь туда. Бежим, прыгаем. Все, с первого раза. Удачно. Ну тут просто. Легко и просто. О, роботы! Это уже что-то новенькое. Щиты пошли. И снова мой выход. Я умею отключать такие барьеры. Зови, помогу. Ну давай. Давай. Чтобы позвать меня. Ну это мы все знаем. Сейчас будем стрелять. Поехали. Задело! Спасибо, мята. Начали! Все, я просто его заколошмарил в углу. Заколошмарил. Еще один. Привет. Мята! Задаем чай. Замес на гитаре! Та-та-та-та-та-та-та-та. Где там все роботы-то? Готов? Он был в воздухе, надо было его смутузить. Ой, красиво было. Очень эпично, очень сочно. А я думал, будет сложнее. Повезло, что у тебя есть я. А ничего, что гитара у меня? Не, ну если бы не было ее, я бы щиты не разбил, тогда мне было бы худо. Мята, твой выход. Помочь? Конечно. Вниз! Я профукал кучу шестеренок просто. Ну, ладно. Где моя не пропадала? Колодос! Давно не виделись. Привет, что расскажешь? Я проанализировал ваши умения и понял, что кто-то внес в них изменения. Вы замечали побочные эффекты, из-за которого рядом с вами возникал кто-то еще? Ну, как бы да. Это мят. Какой полезный эффект! Эту мяту можно призывать в бой, чтобы было проще выполнить комбо или отвлечь врагов. Похоже, эта форма жизни способна дольше удерживать в воздухе летающих врагов. Ну, кстати, бою перед вами много возможностей. Да, аж всего и не упомнишь. Так и есть. Этот эффект требует от вас много сил. Чтобы снова призвать эту форму жизни, придется подождать. Берегите форму себя, жизни. Пейте больше воды и следите за шкалой. Она указывает, когда можно призвать напарника. Окей.
А что-то он мне, кстати, теперь напитки не дает. Разорился, что ли, холодильник? Все, куда едем? Как прыгаем? Мне куда что-то стрельнуть, нажать? Или я поторопился? О, там ящики есть. Давай обратно. Ящички на вес. Золото. В прямом смысле. Вентиль крутануть. Вот что надо было. Так, 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 так. Вода поднимать. Йоу. Вон оно что. Это забираем. Давай тарелочками постучим. Не дали. Что за вертухай? О, да они долбанаты. В воздухе, это же круто. Зови меня или притянись к врагу магнитом. Стой, подожди, комбо. Комбо, 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 комбо. Вот они в воздухе, это же в воздухе, как бы. Можно, в принципе, нет, луч гармонии. Икс, игрек, 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 игрек. Ок. Да не получается что-то как-то так. Я вниз падаю. Он почему-то сразу вниз долбит его. Хм, странно. Во, луч гармонии был сейчас, сейчас, прямо сейчас. Стой. Да блин, ну что ж, такая подстава, иди сюда. Вот он, наконец-то я сделал его только в никуда. Потому что все, всех разбомбил. Начали! Ты еще жив? Я думал. Вдвоем отлетели. Я смог этот луч долбанный сделать. Фух. Ну, теперь с спокойной душой можно закругляться. Серия, все, конец. Сутка. Идем дальше. Мы же еще босс не победили. Тут по-любому должен быть где-то босс. Пущ. Я пущнул. Оп-оп-оп-оп-оп. Прыгаем. Нам-нам. На нее надо было прыгнуть. Готово. Да. Дальше следующая. Высоко идем. Далеко пойдем. Ну, мне теперь до конца, видимо. Еще раз. Хопля. Аптечку возьму сейчас. Да не то я бью. Нафига тебе бочки? Картонные надо бить. Коробочки. Уверен, что здесь где-нибудь могли бы быть тайники, но что-то я все проскочил, как обычно. Это бывает, потому что тороплюсь. Чтобы серия была не такая длинная. Она и так на час выйдет. Тут спрятался. Корзинка. Тут ничего. Мята, подруга. Мята из чая. Просто отличная комната. О, можно сейчас что-нибудь прокачать, прикупить. А тут можно что-нибудь купить? Смотри-ка, шестеренки падают. Жбахни по ним нормально. Все, только банк теперь выходит. Ну, давай что-нибудь прокачаем. Особые атаки, предметы. Давай здоровье. Со здоровьем что-то не очень как-то выходит у меня. Все, я купил 4. У меня 4, по идее, их теперь. За 16. Нет, спасательный глоток. Вот, кстати, можно его... Нет, не буду. Мощный перегруз. У меня денег не хватит. Я понял, обычные атаки качаем. Доступные совместные атаки. Игрок на замену. Я могу за нее играть, что ли? При ударе в бит во время комбо на земле можно РТ нажать и... Покажите, я, короче, сейчас ролик посмотрю, что вообще происходит. А, вон как она комбо-добивалка делает. Прикольное комбо-добивание, слушай. Давай, конечно, берем. Все, я все потратил. У меня теперь будет мята добивающая. Еще ящик. Спасибо, что пустили. Вентиль крутанем. Тут есть что? Коробки только и все. В мусорке полазить, уверен, что еще что-нибудь нашли бы. Там наверху? Да не, нифига. Ух, как полетело! Ничего себе. Можно я тоже улечу вместе? С этой плашкой. РТ? Да. Она, ну, должна была стрельнуть-то. Ну. Задело! Вперед! Вот. А дальше куда? А дальше? А, вот сюда. Ну, давай. Еще, еще, еще. А, у меня вот сюда теперь. Капец, я обосрался.
Я обосрался два раза здесь. Это не круто. Степень лошарости показывает, что я нубяра. За дело! Да! Еще разок. Теперь ты, мяда! Помочь? Она только что стреляла. Теперь я и туда. Вот. Мы молодцы! Ура! Команда, надо было сказать. Ну давай же. Три, два, раз, погнали! Ну, до максимума! Хорош! О, спасибо. Еще один фрагментик. Зря покупал. Здоровье под... А, кстати, здоровье, по-моему, подросло, да? Или мне кажется? Оно действительно увеличилось. Тарелочки. Хочу больше тарелочек. Е-е-е. Попал под бит тарелочкой. Не слышу радости. Мы почти на месте. Ну, как-то не вышло пробраться в кабинет Рэки так, чтобы она не узнала. Из-за тебя! Эй, вообще-то это я тут свой зад подставляю. Ох, если бы ты слушал меня, все не пошло бы по одному месту. А по какому пошло бы? Мне вот любопытно, напоминаю, по какому месту? Что сейчас проходит розыгрыш билетов на фестиваль Армстронг. Решите принять участие. Это будет незабываемое шоу. Эти голуби – источник моего недовольства. Мне необходима помощь в их устранении из зоны уборки. Ну что, поможем ему, Мята? Давай, я только что это делал. Не того бьешь. А, не того бью. Голуби, где голуби? Голуби. А, вот эти вот. Что с ними сделать-то? Мята. За дело! Погнали! О! Голуби разлетелись. Я еще и ячейку за голубей могу получить? Голуби слишком далеко. Необходимо дальнобойное орудие. А, их три. Вот тут мы одних сбили. Еще где-то должны быть. Чё? Я думал, я сейчас всех трех здесь побахну, но больше я никого не вижу. Пошли, короче. Сам разберется этот робот. Что-нибудь придумает. Они мозговитые. Блин, ну это рука, это нечто, конечно, вообще. Снова вы! Я вас ждал! Нате луча! Воу, больно! Начали! Замес на гитаре! У-ху-ху-ху! Всех разбомбил! Че я там уже второй раз что-то крутить пытаюсь, и мята меня. Уходим! Уходим! Я уворачиваюсь. Мята! Вперед, мята! Да что ж, не выходит, мята, помогай. Чё-то разнос пошел какой-то. О! Ух! А босс-то будет? Где босс? Я хочу подраться с боссом, показать ему новые приемчики, которые я освоил. Джемп, 4 джемпа. Пуш-муш. Здравствуйте. Ну, пришли. Веди себя спокойно. А как? Ну, чувак с гитарой ломает коробки. Как я тут могу спокойно себя вести? Я всегда себя так веду. Ой, сейчас я пятую точку свою поправлю. Ой. Фух, вроде хорошо. А избивать можно роботов? Это в норме? Да стоять! Я где-то виноват. Нет! У тебя просто есть батарейки! Я где-то виноват. Да
О, можно вот эту штуку побить. Еще выдать что-нибудь. Нифига себе в ней. Прикольно, когда меня пытаются догнать мои же шестеренки. Что-нибудь тут делать надо? Привет. Ну ладно, этого трогать не буду. Тут же должен кто-то убираться, правильно? Записочка. Что там у нас? За кулисами беседа с Рэхой. Отрывок из эксклюзивного интервью с Рэкой, начальницей центра производства Wendelay Technologies. В последнее время производственные показатели Wendelay взлетели. Но недостаточно. Вот уже 5 лет вы повышаете производительность на 300% каждый квартал. Как вам это удается? И это, по-твоему, круто? Еще раз повторю, этого недостаточно. Если бы ты это понимал, то не марал бы бумагу, а занимался настоящим делом, как я. Но ведь это был комплимент, мисс Р.А.Ай. Вы пощечину мне влепили? А то! И еще влеплю, если снова скажешь глупость. Но нельзя же вот так бить журналистов. Мне все можно. А когда мир увидит, что такое проект Армстронг, то у меня сам будешь пощечины выпрашивать, чтобы снова интервью взять. Какая дерзкая бабенка. Сейчас бы я ей надавал лещей и пощечин. О, там комната босса. Может, она тут появится? Я тут. Выходите. Тихо как-то. Ничего подозрительного. Встречайте! Р-Е-К-К-А! Собственно, персоной. Сейчас рестлинг, походу, будет. Хочешь достичь экспрессии? Своей профессии? Так прояви агрессию. Не в рифму. И ты, шпана, еще избежать решил? Сам напросился. А на что напросился? Хамить вздумал. Ну все, пора размять руки. Иногда полезно. Ох, ёлки-палки. Я думал, там сейчас будут накаточки с маникюром. Ну и что мне сейчас делать? Не знаю. Побей её. Будешь должна мне премию. Тебе никто платить не собирался. Эй! А ну на меня смотри! Готовься проиграть! Давай! А у меня гитара есть. Бой. Подойди ко мне, если сможешь. Где хана? Мне не хана. Не хочу. Получаю. Уходим, 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 уходим. А гитарку отведай мою. Поехали. Опа. Уходим. Уходим. Ручка моя подтягивает. О, кстати, подругу надо. Тебя подруге надо показать, слушай. Нифига себе. Подруга. Видала, видала мою подругу мяту. А вместе мы такие комбо. Кстати, комбо с ней я еще не сделал ни разу. Надо попробовать. Вот это мне сейчас прилетело. Оу. Мята. Наконец-то с мятой комбо сделал. Уходим. Это все? Получилось что-то? Я что-то ее разозлил. Неплохо. Фух, для дефекта. Значит, пятая точка на меня сядет. Данжер же написано, убегай. Не, не трогай провода, это плохо. Рэк-босс идет в разнос! Она вообще дикая. Сумасшедшая. Крэйзи. Бэйзи. Ёлки-палки, она литровая. Не надо так делать, у меня здоровье кончается. Мы с тобой дрим-тим. Ну что?
готов? Тайм-аут! Какой тайм-аут? Иди в жопу! Это все! Помоги, а! О, да! Так, пока живем. Тебе не угробить имидж компании. Она меня только моей вещей таких не должна. О, теперь труба. Ну, капец. Тебе крышка, шпана. Базука! Ау, 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 ау. У-ху-ху. Ю-у. Ау, 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 ау. Че так быстро? Уходим! Погнали! Давай! Вверх! Это! Не отступай! Что происходит? Я вообще не понимаю. Опа! Надо прыгать. Поехали, гитаридзе. Где она там? У меня здоровье что-то как-то подбарашивает. Так. Припев последний остался. Уходи, нафиг. Нафиг я это сделал. Пока у нее электричество, я что-то как-то не хочу к ней подходить вообще. Я-то постреляю в нее. Ее чисто так, чуть-чуть. Ай, досталось мне. Когда у тебя электричество закончится? О, блин, она в щит ушла. Чё за руки? Базуки! Моя шея! Я не хочу сдох там на лесу, кстати, что-то прикольное было. Ай-яй-яй, не надо так! Ты посмотри на моих хп, ты что, с ума сошла? Давай, чай! Чёртов дефект! Это! Не отступай! Чёртов дефект! Больно! А чё, откуда у меня хп? Это! Мой давай! Нет! Зачем я туда влетел? Не бей ее, не бей, не бей, не трогай ее, не трогай. Мята, постреляй в нее просто, и все. Хорош. Получила пощечину? Нефиг было журналиста бить. Кажется, я побил босса. Думаешь, я проиграю какой-то штане? Да, ты рубишь фишку. Красава. Бум! Ушла тетка в разнос. Славно. Ее личный ключ. Молодчинка. Ого! Вообще чума! А вот и наш яичник. Это просто заставка. Ну, лоханулись, подумаешь. Всю серию лошаримся. Что? Спектр напрямую влияет на мышление и восприятие. Вандалы может получить доступ к разуму людей. Мобилка чату звонит. Выруби уже этот звук. Он сильно отвлекает. И что ты сделал? Ты ж попросила. Ты же просила вырубить. У нас с ним одинаковые мысли. О, здорово! У нас, походу, тут прямая трансляция. Тут все инвесторы собрались и директора. Рак, я жду новостей по устранению дефи... А это еще что такое?
Меня зовут Чай. Вообще-то. Где Рэка? Что, сейчас тело ее притащит? О, вы не в курсах? Пора искать нового директора по производству. И как это понимать? Ага, какой интересный созвон. У кого-то звука нет? Созвонимся позже. Занзо, у тебя микрофон отключен. Ах, я хотел сказать! Корсика, отправь кого-нибудь на производство. Да, сэр. Мне кажется, Корсика там одна адекватная. Валяйте, отправляйте. Зацените это. Мы с Мятой надерем вам задницы вашим же оружием. С Мятой? А захотите добавки? Своей рукой сделаю гитару и разнесу все в... Идиот! Пошли! Как маленькую шпану меня за ухо и подперло. Лучший из лучших. Одолеть в бою начальницу центра производства. Если честно, я думал, что я сейчас под ней лягу. Но вывес, оценка Б. Даже не С. У меня вообще С нигде нету. Я, короче, троечник. Ну ладно. Извиниться не хочешь, Чай? Так я ж все сделал как надо. Какая ты бестолочь! Они теперь знают про меня! Знают, что ты не один! И... Меня раскрыли! Весь мой план кошки под хвост! А у тебя был план? Что? Ладно, сорян, понтовался, сболтнул лишнего. Но данные ты же получила, да? Ты про то, что вандалы могут управлять чужим разумом? Я особо не слушал. Так, короче, смотри. Эй! Стоп, что это? Это для синхронизации с интерфейсом Армстронг. Вот на себе и тести! Моя нога не от Армстронг. Вся рука грязная. Это, блин, не стирается. Надо лишь вести команду. Так, знаешь что? Ты с самого начала была права, я просто тупой баран. А еще Мята в тысячу раз круче меня. Ой, ёлы-балы, чё за... Убедился? А ты меня заставила это сказать? А вандалы, может, придумали это для научных целей? Боже, какой же ты наивный! Управление разумом плохо, и им нужно помешать. Ну, удачи тебе. Чай! Ну, я не знаю, как покинуть остров. Плюс я все-таки напортачил и хочу все исправить. Круто! Добро пожаловать в команду. Ага, класс. Настоящая Dream Team, блин. Кстати, Чай, прежде чем ты уйдешь, хочу тебе кое-что показать. Что там еще? Ты приготовила для меня чай? В общем, на сегодня это все. То, что она там для нас приготовила, мы посмотрим в следующей серии, если она, конечно же, будет, так как нужны просмотры для этой игры. Без них ничего нам не светит в будущем. Так что спускайся вниз под видео. Если понравилось, ставь лайк. Если не понравилось, ничего не ставь, ничего не пиши. Вообще отписывайся и уходи. Да ладно, шучу. Просто уходи. В общем, понравилось, лайкос, подписочка. И увидимся в следующей серии. Так что до встречи.